Мы продолжаем отмечать праздник Святой Троицы. Празднование продлится до завтрашнего дня, когда в храмах будет совершено отдание Пятидесятницы. А в Татарстане в сам Троицын день митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавил божественную литургию в Троицком соборе Успенского Зеландского женского монастыря. А в день Святой Троицы, в свой престольный праздник, храм был украшен цветами и березками. Среди молившихся за богослужением были настоятельница Зеландовой обители, игуменья Сергия с сестрами. По окончании литургии была совершена Великая Вечерня. В завершении престольных торжеств архипастырь поздравил матушку-игуменью с насельницами, духовенство и прихожан с Днем Пятидесятницы. Владыка Феофан пожелал сестрам помощи Божьей в исполнении монашеского труда. Дай Бог, матушка игуменья, и вам, сестры, только одного – исполнять то, что обещали при постриге. Дай Бог, чтобы вот этот светильник монашеской жизни на этой святой горе освещал бы путь многим шествующим по безбрежному, нередко запутанному пути мира сего. На молитвенную память игуменья Сергия преподнесла правящему архиерею казанский образ Пресвятой Богородицы –